Авторы 40 великолепных художественных работ стали победителями в номинациях «Рисунок» и «Фотография». Причем это не только жители Ленинского городского округа, но и любители запечатлеть чудесные моменты из Серпухова, Луховиц и Жуковского. Всех объединила любовь к природе и поэзии Есенина Видновского края. Благодаря, конечно, нашему поэту Евгению Зубову, его творчеству, все это засияло совершенно другими красками. Лучшие художники и фотографы, чьи работы вошли в сборник, получили дипломы и призы. Каждому соавтору досталось уникальное издание в подарок. Победители третьей конкурсной номинации чествовали в Союзе писателей чуть раньше. Но те, кто не смог участвовать, тоже вышли на сцену Центральной библиотеки. Такой труд огромный, создать такую книгу, которая послужит еще многие-многие годы, ни одному поколению. И хотелось бы, конечно, чтобы она была не последняя. Фотография Влада Чевелева напечатана на 83-й странице сборника. Победитель в номинации «Реализм» больше всего любит запечатлеть на своих снимках животных, но и к красивым пейзажам не может остаться равнодушным. Один раз, когда мама там, попросила меня ее сфоткать, я просто там посмотрел на фон, и мне показалось красиво, как чайки садятся на эту бухту. Жюри подвело итоги уникального конкурса. Фонды библиотек пополнились шикарным подарочным изданием. Ну а победители, просто участники, ждут новых заданий для творческого вдохновения. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.